La comisión, по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения ограничений и запретов, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Ачинска. Капралова Татьяна Владимировна у нас является секретарем комиссии и отсутствует положительная причина. Предлагаю секретарем избрать Вавилову Светлану Владимировну. Светлана Владимировна, путем голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Единогласно. Светлана Владимировна, покажитесь нам. Это я. Да. Здравствуйте. Далее. Коллеги, предлагаю проголосовать за проведение закрытого заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения ограничений и запретов, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре. За, против, два. Решение принимается за 600 голосов. Значит, мы проводим закрытое заседание комиссии. Поэтому попрошу всех удалиться.